Короче, где тут мои подписчики золотые? Они тут у меня. Где мои подписчики? Где мои друзья? Ха! Сразу заходят мои друзья. Всем салам алейкум, друзья мои. Даже сейчас я... Во. Дорогие мои друзья, всем салам. Всем доброго, мощного, сочного. Большой вот такой ракетный салам. Как ваше настроение? Как ваше сердцебиение? Я правда очень соскучился. Ой, друзья мои, где я только не был. Я везде поездил. Я был в Азербайджане, потом был в Красноярске, был, потом в Казахстане был. Это за неделю. Потом в Узбекистане был. Друзья мои, я везде там зажигал, как конкретно, и мощно, и сочно. Это даже не обсуждается. А Фетлсон, Саул, бро, Саул. Муа, урек. Айдзанава. Как ваше настроение, друзья мои? И я-то думал, я правда соскучился, думал, дай-ка зайду. А то, правда, все говорите, давай эфир, эфир, как можно без эфира? Вам сейчас сделаю четкий эфир, отвечаю, друзья мои. А представь мне, братья, в Узбекистане что подарили, что привезли, смотри, я что принес. Во, кайфовый, да, маме? Специально, тут орешки, то, что для меня надо. Отвечаю, ой, вот они. Я сейчас сижу, кушаю и решил чуть-чуть для вам. Играть. Я пельмени кушаю, так что подтягивайтесь, друзья мои. Кто кушать хочет, встаем и кушаем. Короче, тебе увидел, настроение поднялся. Я же знаю, я красава. Салам, братья мои, друзья, короче, от Душинских, всем моим знакомым, всем моим друзьям. Прямо мощный салам и хорошее настроение, друзья мои. Дай Аллах вам всегда здоровья, вы всегда знаете. Всегда вы просто улыбались в моих эфирах и радовались. Я вас буду всегда радовать. Я постоянно каждый день добавляю мои новые видео в YouTube-канал. И шала где-то через неделю мой новый, тоже у меня уже альбом готов, друзья мои. Все, я через неделю новые азербайджанские песни будет. Пай, баба, муа, будет. Хаят, я хаят. Все в моем YouTube-канале будет обязательно клипами. Только что для вас работаем. Вы просто радовались. И включали музыку и сказали, ай, цанава. Ай-яй-яй, ты отвечаешь. Подожди, что для вас играть? С чего начать, друзья мои? Давай вам. А хотите романтику? А? Ты как всегда красавчик. Нас радуешь. И, конечно, буду. С чего начать? С романтики. С зажигалки начать сразу зажечь. Или какой-нибудь лирика, не лирика, или там туфли-муфли, да, обязательно. Какой позитивный человек, это даже не обсуждается. Вечно, 24/7. Жизнь с варом, салам алейкум. Так что, доля-доля, это даже не обсуждается. А давай я вам, смотри, такой нежный момент сделаю, смотри, кайфово. И потом мы начнем зажечь. А я... Азербайджан-цанава. Смотри, как я вам делаю. Пфа. Пфа, ичан, ичан. Я могу, да. Тихо, тихо, доля. Прямо специально для моих подписчиков погнали вот этот момент. Во-первых, я с пианиной начну, а потом начну бабахкать специально. Пфа, и бай, бай, бай. Цан, ичан. Пай, пай, смотри, как я делаю. Специально для вас, друзья мои.
специально для моих подписчиков вот этот момент звучит. Смотри, как сочно. Прямо, дай Аллах вам здоровья. Вот этот момент. Пуйцон. Неужели это я делаю? Конечно, я делаю, смотри. Вай-вай-вай, давай всякие начинай. Смотри как. Специально для вас вот это мощный момент звучит, кайфовый момент звучит, смотри-ка, пацан, яйцан, тайна-на, пай-я-дай, я вам отвечаю, да, смотри-ка, всем вам, как вас сделать, подожди, я чай даже не налил, один чай сделаю мощный, специально потягивай, пай, чай, смотри, вот это чайник специально с Азербайджана привезли, специально, чайник под заказ сделан, мощный чайник. Там вообще отвечаю от души. Пусть он вор. Ха-ха! Чито! Грита, айцани, давай один мощный сделаю сейчас. Я тебе такую читу устрою. Спой. Сейчас спою, бро. Ты чай не пьёшь? Отвечаю, не то, что никакие ты вам моменты это. Фуай, я вот это смотри. Фуай, сон. Отвечаю. У меня что-то моросит, да, тормозит? Нет, нормально, нормально. Я думал, что-то
то тормозить у меня эфир нормальный. Видно, слышно, да, друзья мои, нормально все? Подожди-ка, я что-то... Пай-я-я-я-я. Подожди-ка, это что было? Пай-я. Специально гостей, смотри, какой необычный. Погнали! Раз, два и три. Для моих подписчиков мощный. Всем вам хорошего настроения. Вы всегда улыбались и радовались. Так что подтягиваемся. Один энергии сделаю мощный. Подожди. Ой, куда ты пошел? Иди сюда. Это что? Это вот такой. Я всем рад, друзья мои, сегодня. Смотри. Что-то жарковато стало. Конечно, где там сочить, всегда жарко. Короче, подзадил. Я облака люблю, давай сделаем. Специально моих подписчиков этот момент звучит. Всем вам добра. Пай. Давай сакит. Thank you.
смогли кипуть мечну нам, а она лирит. Ладно, всем салам алейк, Аллах ты хуряй ему частха, ты супер, подзадя, подпадись. Хикеум, давай заказываем любое ваше желание, друзья мои. Но мне не красные яблоки, нормальные зеленые. Мои пельмени остыли, друзья мои, вот. Молодые пельмени мои. Подтягивайтесь. Кому нужны пельмени? Нет. Короче говоря, прикинь. Я хотел бы счастлив, сейчас спою без проблем. Чеки-чеки, Бурал, отдавай. Папа. Она сакит, что творит. Я вам отвечаю, да. Прямо на этом железике. Короче, мои подписчики, что у вас один момент? Ответ, пожалуйста. Ну давай, бро, отвечу. Давай любое ваше желание, Саки сейчас для вас замучит. Короче. Один хороший, смотри, азербайджанские песни сделал, четкий один новый. Давай, Сакит, окей? Я хотел быть счастлив с тобой, спой, пожалуйста. Я идея, зачем со мной? Я сегодня пьян. Ты серьезно? Сегодня день рождения. Ну, с днем рождения, харагезда, цанайца. Харагезда. Сколько синцатор у вас есть? У меня очень много, брат, синцаторов. Это же синцаторы. Не важно, что за синцатор. Надо играть на ней. В Грузии есть планы. Прицелишь, скоро приеду. Там свадьба. Я на карамца на вас. А давай один арагю взять специально для вас, друзья мои. Мощный. Вообще кайфую я сейчас сделаю.
Мои пельмени остыли, друзья мои. Вы не представляете, мне надо их заново загреть. Так что, друзья мои, вот смотрите, классный момент. Во. Звука нет, звук будет завтра брать. Всех целую, всем салам алейкум, берегите друг друга. Удачи всем. Пока.